Всем привет! Мое имя Виктор, и это мастерская «Скала. Магия природы и камни». Хотелось бы рассказать пару слов о нашей новой серии работ, которую я сейчас вам могу представить вот здесь вот в экране. Помимо уже классических украшений, которые, в принципе, зарекомендовали себя за годы нашей работы, то есть украшения с природными камнями, с природными кристаллами, с кабошонами и так далее, в этом году я запустил новую серию. Это украшение в виде деревьев бонсай. Довольно-таки уникальные украшения, то есть они сделаны из природных элементов, опять же, и природных камней, что в свою очередь делает их уже уникальными. Техника микрогальваники, которой я дал в свое время название, это именно работа с мелким материалом. То есть в данном случае для получения вот этой вот листвы использовалась, так сказать, основная часть березовых почек, разобранная на элементы. В принципе, я уже показывал это на видео, кому интересно, можете посмотреть. Ну и, соответственно, природные кристаллы, природные, так сказать, камни, они тоже являются неотъемлемой частью наших украшений. Вот, например, из новинок будет выпущена, так сказать, в массы в следующем году. Это кулон, подвеска из кабошона натурального агата махового, дополненная кристаллами зеленого берилла, аметиста и другие. В общем-то, все они будут в описании перечислены. Также здесь используется наша авторская техника Wire Twisted. И опять же используются природные листья, в данном случае листья самшита так называемого. Кроме того, будет выпущена новая серия украшений. Вот с такими вот композициями. В основе будет женская фигура. То есть теперь я работаю еще и с воском, с ювелирным воском, из которого можно отливать вот такие вот формы. Естественно, лист здесь натуральный. А девушка восковая. То есть сначала на грубую, на черновую, что называется, отливается форма. И далее уже идет обработка. Обработка вручную, то есть для придания формы женщины, для придания, так сказать, позиции. Ну, получается вот такие интересные кулоны. Все это тоже вы сможете увидеть в нашем онлайн-магазине, в группе ВКонтакте, ссылки укажу, на ярмарке мастеров, но уже в следующем году. То есть вот. Также хотелось бы обратить внимание на то, что теперь очевидно, что после опытов и экспериментов, после методов проб и ошибок, мне удалось таки найти рецепт патины, который можно получать вот такие вот лазурно-синие оттенки. Очень-очень много лет потрачено было на то, чтобы вот их найти, на то, чтобы эта патина держалась и так далее. Вот она найдена. То есть вот такая вот красота получается в итоге. Это тоже кольцо с натуральным беломоритом. Очень крупный кабошон, шикарная двухцветная иризация. Вот. На видео, слава богу, ее можно передать. Опять же, листья самшита. Такое интересное растение. И натуральные цветки сирени здесь используются. Данное колечко уже выставлено в продажу. Ну, а все остальные украшения вы увидите уже в новом 2020 году.